Вот, а. Перезарядка вообще неудачная была. Придется за ним бежать. Следить, чтобы не ускользнул. Давайте побежали. Надеюсь, догоним. Блин, а нам во что сесть? Брено, что ли? Да блин, что так медленно перезаряжается, офигеть. Давайте-ка. Ну, я поведу, надеюсь. Блин, нам надо за ним успеть как-то. Ну, кто там? Тарань! Молодцы, ребята. Берем. Класс. Поехали, поехали, поехали. Давай, что там застрял-то? Yes. Но нам вряд ли он взорвался от вот этого от этой нашей пушки. В любом случае пулеметчиков надо снимать всех. Живописно, кстати, здесь во Франции, очень даже живописно. Вертолет навряд ли, наверное, получится снять. Взрывайся. Баба! Да. Догнали. Ой-е! Hell yeah! Вот мы его и поймали. Дальше-то что? А, водили, сейчас пипец будет. Хотя нет, смотрите. Блин, машина просто ужасно нарисована. Просто ужас. Приласкал его. Мы взяли Волка! Мы уже в пути! Принято! Раптор 2 отправляется! Генерал, на связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Нет, но мы получили данные о его производителе бомб. Ситуация развивается. Развивается? Так он у вас или нет? Команда Дельта только что взяла его. Посылаю вам запись. Что с ними сейчас? Они задержали Волка, однако секретность была нарушена. Генерал, говорите понятнее. Им придется пробиваться к точке эвакуации с боем. Генерал, я хочу, чтобы этого Волка взяли живым, несмотря ни на что. Эти ребята должны вернуться домой. И я в этом им помогу. Где этот волк? Волк. Стреляем. Да ладно, остановись. Стой. Я сказал стой, вот он остановился. Давайте. Нифига тут танки. Охренеть. Но все равно прикольно. Давайте, запускаем. Тоже неплохая вещь. Вон еще один. Один шесть. Разрешаю бомбовый удар по координатам 5001.
не стрелять. Ух, замесили всех. А вон один вертолет. Че это он крутится? Подбили, что ли? Ну да. Да что за хрень? Давайте, вертолетик подбили. Так, может оружие сменить? Бабах! Ну-ка еще разочек. Бабах! Давай вот еще сейчас, давайте вот сюда. Сюда еще сейчас загасим, прям пучненько они там. Бабах! Ох. Ладно, не будем. Блин, клево. Прикольно. Мне нравятся такие миссии с воздуха. Ух ты, еще камера здесь. Сейчас накроем. Понял, ждите. Ждите. Принято, Вархаммер. Разрешаю огонь по зданиям, захваченным неприятелем. Стреляем. Hell yeah! Ловушки, ловушки! Ой, батюшки! Там вообще ад происходит. Блин, они уже здесь засели. Злыни, а? Клёво. Давайте-ка пробираться потихонечку туда. Блин, а здесь... Только сниз прыгать. Ну-ка. Сачка за испуг. Ое. Ближний бой. Блин, а как я его уничтожу-то? Блин. Может, наверх сюда можно подняться? Не надо, здесь просто разведданные. Надо выбираться. Ничего ж тут не поделаешь. Ай! И как это, он сзади, что ли, обошел? Я его где-то не увидел. Ладно, попытка номер два, что ли? Убили всех. На всякий случай проверка. Стоп, а у них было же какое-то оружие. АК берем. Так, без глушителя теперь. Давайте снимем пулемет. Задерживаем дыхание. Ну все, бай-бай. Опаньки, какое веселое оружие. А, патроны-то мощные. Очень мощные. Да что ты будешь делать? Ладно, не будем спешить. Все, супер. Супер.